Есть. Щучка, щучка небольшая взяла. Ой, шнурок. Шнурок взял. Смотрите-ка. Тихо. Так, сейчас мы вот тут аккуратненько. Бежит. Вот и разловили блесенку. Ребят, смотрите, я даже блесной толком не успеваю прокидывать. То есть и течение здесь сильное, еще и ветер попутный. Ловлю я, как обычно, свой лайтовый комплект. Это Spin Crazyfish Orion с тестом 3.12. Катушка у меня стоит Shimano Stradic 2019 года в размере 3000. Шнур намотан у меня Lucky John толщиной 0.4 PE. Ну и на конце сейчас блесенка MEPS. Нулевка. Где-то 8 грамм вес у нее. Опа, есть, ребята, окушок. Окушок взял. Он вполне даже съедобный. Вполне себе даже съедобный окушок. О, толстенький кабанчик. О. Ну, такого, наверное, отпустим. Пускай плавает дальше. Сейчас вроде немножко ветерок стих. И течение поменьше здесь идет. Поэтому решил поставить снова джиг. Немножко здесь поджиговать. Солнышко тоже выглянуло. Есть, ребята. Оп. Вот и на резинку попался кушок. Небольшой. Как ни крути, резина все-таки эффективней. Но опять смотря где, в каких условиях. Блин, зацеп. Зацеп дурацкий. Цеплять сейчас будем. Это было бы за что зацепляться-то. Ух. Что-то, ребята, опять ветерок разыгрался. Не на шутку. Ребята. А такая поклевка была. Злая. Подбагрился здесь. О, бедняжка. Здесь, ребята. Ух ты, волосатый. Ай! Убежал. Засранец. Убежал. Щука.
Небольшая щука. Так. Небольшой шнурочек. Тихо. Ты что тут? Тихо, отпущу сейчас. О, как просёк я его. Хорошо. Тихо. Оп. О, щупакабр. Иди давай. Да, погодка переменчивая, конечно, сегодня. Взял. Опа. А кусочек он на резинку позарился. Проказник такой. Да, ветер, конечно, портит всю рыбалку. Вот, ребята, что значит некачественные поводки. Просто вот разогнулся. Плохо обжат был. Вот вам, пожалуйста. Есть. Опа, что-то хорошее. О, окушок хороший. Коряга где взял. Задавил-то вообще нормально. Ох, тихо. О, небольшой такой кабанчик горбатый. Вот это уже хороший экземплярик. Тихо. Я тут просек-то хорошо. О, ну вот. Вот это уже поинтереснее рыбка пошла. Взял у меня его на тевогу. И здесь вот замуток такой с коряшками. И все, из первого заброса он меня взял. Есть, ребята, есть. Окунь. Неплохой окушок. В ямке тут взял. Опа. О. Хороший здесь горбач. У ямки взял. Такого заберем. Такого даже заберем. Здесь хорошая ямка. Ребята, есть. Небольшой там. Тихо. Опять ветер поднялся, блин. Зараза. Опа. Тут куда-то в коряге зашла. Рыба уже была. В коряге зашла куда-то. Как так? В коряге завела или что? Я понять не могу. Что-то то ли щука была небольшая, то ли окунь хороший был. И что, и все? Зашел в коряге и все. Вот это да. Что делать-то в таких ситуациях? Я понять не могу. Рыба-то там сейчас есть или нет уже? Я так шевелю, что-то амортизирует. По-моему, явно рыбы там уже нет.
что, пришлось обрывать. Оборвал. Что, она зацепилась? И все. Подергал, подергал. Вроде, ну, пружинит, как будто это. Об ветку. Больше ударов никаких там нету. Блин, жалко. Как бы, ну что-то вроде хорошее было. Обидно, обидно, конечно. Также на тиогу что-то взяло. Ой, у меня уже этой. По-моему, последняя была, вот, на которую я сейчас ловил. 2,4 дюйма, фиолетовая такая. Все, она вроде последняя была. Сейчас буду что-нибудь другое ставить. Так, сейчас насадим 2,9 дюйма тиогу. Вот такую вот колбаску. Ребят, смотрите, что. Я даже ничего не почувствовал. Вообще удара никакого не было. Вот тут что-то маленько замешкался. Ну, вообще удара даже не было. А хотите показать, что это за офсетные крючки? Которые никогда не покупайте. Вот они. Only Top. Вообще фирма дрявая, если честно. Смотрите, они какие толстенные. А толку никакого. У них вообще все, что вот это Only Top, это такой галимый Китай, который производит все. А не только для рыбалки. Все там вообще во всех сферах и категориях товаров она производит. Дешмань одну производит. Поэтому вообще не берите. Я даже вот не почувствовал, не понял, как так оно, то есть, то ли щука ударила, то ли что, ну, я даже ничего не почувствовал. О, блин. Сошел, зараза. Щука. Средних, по-моему, размеров был. Все-таки, мне кажется, резинка большеватая. Опа, подклевка была. По-моему, была подклевка. Не, пожалуй, я поставлю поменьше. Поставим минол все-таки, думаю. Так, вот. Такая вот немножко у нас сейчас будет. А то там, блин, большая резинка, он ее не может заглотить хорошо. За хвост что-то дергает, и все, уже не первый раз. Так, ну вот. Готово. Посмотрим, как у нас миножка будет работать. Я думаю, тоже должна хорошо работать. Здесь, ребята, ну вот, третий заброс и все. Сразу есть рыба.
Есть. Полосатик взял. Сейчас переплыву вот на противоположный берег. Тут вроде и течение неплохое, не сильное. И места вон хорошие.